Поколотил, унизил, изменил и вернулся довольный и счастливый в Москву. Если вы еще не догадались, это я о Егоре Тарабасове говорю, теперь уже бывшем возлюбленном Линдси Лохан. Егор вот-вот прилетел с побережья французской ривьеры под крылышко отца-миллионера. Да-да, ну, кто-то впадает в депрессию после расставания, а кто-то отправляется в путешествие по побережью Лигурийского моря. Теперь же Егор остановился в квартире отца в центре столицы, ходит за покупками и колесит на новом «Лексусе», превышая скорость и нарушая правила дорожного движения. Конечно, ему ведь все можно. Видимо, именно из-за вседозволенности Егора голливудская актриса и решила с ним разойтись. Расставание девушка объявила в Инстаграме, как это сейчас модно делать. Ее решение с воодушевлением поддержали многочисленные поклонники. Они давно указывали актрисе на истинное лицо возлюбленного и опасную вспыльчивость его характера. Вот лишь некоторые примеры недостойного поведения этого молодого человека. Давайте. В Инстаграме Линдси десятки совместных милых фото с Егором, действительно. Но вот в жизни этот мужчина оказывается далеко не такой лапочка. В июле между Егором и Линдси, пара на тот момент жила в Лондоне, разгорелся страшный скандал. Актриса выбежала на балкон дома с криками о помощи. Она громко обвиняла Тарабасова в попытке придушить ее, кричала, что он психопат. Ну а как еще можно назвать мужчину, который поднимает руку на хрупкую девушку? Есть на самом деле еще варианты. Егор на этом не остановился. Буквально через несколько дней он устроил потасовку уже на людях на пляже. Он схватил невесту за запястье и начал выкручивать ей руки. Видели, да? Свидетелями ссоры стали десятки людей. На пляже видео выложили на YouTube. Известно, что после инцидента Егор даже не извинился перед ней. Рукоприкладство Тарабасова, похоже, стало для актрисы последней каплей. Какие истории, это уже говоря о многочисленных, не говоря о многочисленных изменах этого молодого человека. Удивительно, Лохан считается одной из самых красивых актрис современности, но, что называется, сколько Егора ни корми, все равно он других женщин смотрит. О многочисленных изменах давно уже судачили в прессе, говорили поклонники звезды. Сама же Линдси обвиняла его в измене с дизайнером Дарьей Пашевкиной и даже сделала об этом пост в Твиттере. Надо заметить, что лучше эту девушку не обижать. Сразу после расставания она отомстила бывшему, выложив совместное фото с неизвестным, но очень брутальным брюнетом. «Так тебе и надо, Егор!» — в голос кричали подписчицы Линдси Лохан.